Привет. У меня тут спрашивали, как быстро или как долго нужно переходить с демо-счета на счет реально. И у меня возникло две такие идейки для вас, два основных момента, о которых вы должны задумываться. Первое, самое главное, вы не живете вечно. И каждый раз, когда вы откладываете какой-то шаг, пройти там обучение, да, вот очень многие трейдеры, я знаю, 90% кто сейчас торгует, они реально не проходили обучение, они читают какие-то классические бесплатные моменты, но не понимают, что это не есть качественное обучение от трейдера, который реально имеет результат. Все, что вам рассказывают элдеры, там всякие герчики, вы никогда в жизни не видели их статистики. Вы должны проходить обучение у ребят, которые реально показывают свои результаты, которые вы действительно впрямую своими глазами видите, что они действительно могут зарабатывать и умеют зарабатывать на рынке. Это как разговор к тому, что очень много трейдеров откладывают, то есть они приходят на рынок, думают, ну мы то все почитаем, а я в принципе такой гений, да, и у меня все получится. Ну, я буду очень рад за тебя, если ты окажешься гением, да, но за свой век 8-летнего опыта работы на рынке я не видел ни одного трейдера, который зарабатывал бы успешно и не проходил где-либо обучение. Большинство из них проходили у многих ребят, где-то у них не получалось, где-то оказалось это полным лохотроном. Но это те ребята, которые приняли для себя решение, что они будут зарабатывать. А почему это касается демо-счетов? Это вот та самая лакмусовая бумажка, да, которая определяет тебя, ты готов торговать, ты готов учиться зарабатывать, да, готов рисковать реальными деньгами или нет. Я считаю, демо-счет не нужен начинающему трейдеру вообще. Вот почему. Я демо-счет использую для того, чтобы оттестировать какие-то стратегии, да, которые пока что, ну, на реальных счетах где-то себя никак не проявляли. Я использую демо-счет для того, чтобы учить ребят, которые, допустим, у нас в школе, да, когда мы начинаем что-то тестировать, я понимаю, что они могут где-то ошибиться, да, и, естественно, я им рекомендую, берите демо-счет и оттачивайте именно навыки, да. Но как только ты четко понимаешь, что здесь ты открываешь сделку, так ты ее сопровождаешь, здесь в этой ситуации ты ее так-то закрываешь, все, никакого демо-счета у тебя быть не может. А боишься рисковать деньгами пока что? Хорошо, бери центовый счет. Очень радуюсь, что брокеры действительно в наше время предоставляют нам возможность торговать там от $1. Ты можешь поставить 100 баксов на свой счет, открыть там центовый, да, и рисковать буквально там минимальными лотами. Да, у тебя будет минимальная прибыль, но минимальный убыток. И за счет того, что это все-таки будут реальные деньги, ты будешь ближе готов к тому, чтобы торговать на деньги более, ну, на более крупные суммы. Поэтому, если хотите знать мое мнение, демо-счет противопоказан любому трейдеру, если только он не тестирует какую-то стратегию, ну, в течение, я не знаю, там, 2-3 максимум одной недели. Демо-счет просто для того, чтобы вы оттестировали систему, которая пока что, ну, не оттестирована, да, или вы тестируете какие-то навыки, не более недели. Следующий момент, который я хотел бы вам... Второй, да, я сказал, два момента будут. Второй момент очень важный тоже, да. Если вы не принимаете решение, решение принимает за вас. Что это означает? Это означает, что если вы сейчас откладываете там пройти обучение, если вы сейчас откладываете открыть реальный торговый счет, соответственно, вы также принимаете решение просто сейчас не зарабатывать. Вы должны понимать, что, ну, сейчас вам, не знаю, 30, 20, может быть, 40 лет, да? Через 5 лет, а сколько вы ждать еще будете? Пока вы не примете решение, что вот все, я решил быть трейдером, я не буду больше этим дурачком, который там всякие стратегии читает и на форумах сидит, да? А вот возьму и изучу качественную стратегию, которая людям уже приносит прибыль. Когда вы примете это решение, когда вы примете решение перейти на реальный торговый счет, только тогда начнет что-то меняться. Пока вы откладываете, вы просто тратите впустую свои годы. А больше жить вы не станете, вы станете жить меньше. Каждым годом жить все остается все меньше, меньше и меньше. И все это время вы просрали зря. Возможно, это звучит немножко грубо, но у меня спрашивали, я ответил. Демо-счет нахер. Попытки изучить где-то что-то бесплатно на каких-то сайтах нахер. Просто идешь. Ищешь того трейдера, которому ты доверяешь, который показал тебе результаты, проходишь у него обучение. Просто берешь, неделю оттачиваешь мастерство после того, как прошел обучение, и сразу же переходишь на реальный счет. На этом у меня все. Поставь, пожалуйста, лайк, напиши свой комментарий, что ты думаешь на этот счет, и не забудь подписаться на этот канал. С вами был Антон Рождовский. Пока!